Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И многие из вас хотят квартиру в Адлере, хотят безопасную квартиру в Адлере. В центре Адлера мы в пределах 100 тысяч рублей ничего не найдем. А вот, например, здесь, да, мы можем посмотреть квартиру, где будет близко располагаться у нас Олимпийский парк, близко будет располагаться море. И при, ну, как близко, 2,5 километра. Может быть, это не близко. При этом цена квартир очень даже интересная. От 91 тысячи рублей за квадратный метр. Пока еще цены не повысились, поэтому я озвучиваю на сегодняшний день, ребят. Квартиры неплохие все, да, с двумя окнами, как минимум. Ну и, конечно же, здесь есть прям хорошие квартиры, которые идут в сторону моря с видом. Видите, уже ремонт доделывают. Ну и вот такая квартирка. Но эта квартира, она не такая интересная. Она у нас под номером 155, 41 квадратный метр. Ну и стоит относительно недорого. Ее можно купить за 3 миллиона 750 тысяч плюс доплата за газ. Опять же, проходит ипотека. Здесь мы будем летом видеть дерево перед собой. Ну а сейчас мы видим с вами, ну, не знаю, мы видим сейчас с вами море, но сегодня погода, так скажем, не морская, поэтому особо здесь не разгуляешься. Вот эта квартирка мне нравится. Но опять же, если, например, выбирал бы себе, то я бы, наверное, взял бы квартиру за 3 миллиона 700. Сейчас я вам покажу, какое. Там есть интересная квартирка, и вы сейчас ее с вами увидите. Мы находимся с вами на 8-м этаже, плюс еще здесь есть мансарда. Мансарда пока не продается. Вот, эта квартира, я считаю, что она прям интересная. За 3 700 я считаю, что ее можно брать. Опять же, 91 тысяча рублей за квадратный метр. Цена более чем достойная. Рядышком безопасные конкуренты стартуют от 130 тысяч за квадратный метр. Вот, смотрите, да, все прекрасно здесь видно, все хорошо. Ну, сразу говорю, люди, которые сейчас будут смотреть подъезды, все, да, они будут вспоминать невольно мелодию леса. Мелодию леса, второй, третий дом. Потому что сейчас, в принципе, почти такое же состояние, такая же идиотская плитка. Также пока еще дома ничего не доведено. Так было 2,5 года назад. Ну, теперь, например, если зайти в «Мелодию леса», там все стало довольно-таки комфортно. Я считаю, что «Мелодию леса» сейчас очень хорошо раскупается. Вот эти квартирки 55 квадратных метров, они стоят 5 миллионов рублей, тоже можно рассмотреть. Только в соседнем доме можно уже сделать две изолированные комнаты. И, соответственно, мы спустились на этаж ниже, но вид уже стал гораздо печальнее. 100% печальнее стал. Кстати, все коммуникации здесь подключены, кроме газа. Газ сейчас проводит. Ну и опять же, да, кому подойдет данный жилой комплекс? Ну, во-первых, тем людям, которым важно, чтобы была школа в пешей доступности, таких запросов сейчас очень-очень-очень даже много. Опять же, подойдет это для тех людей, которые хотят жить в спальном районе, при этом, чтобы до моря можно было теоретически дойти пешком. Я думаю, для всех вас этот вариант подойдет. Кто-то скажет: Макс, почему такие подъезды страшные? Да? Ответ, ребят, очень прост. Застройщик хочет, чтобы доделали у нас все-таки ремонты, да, и потом уже все сделать. Потому что сейчас я вам просто покажу пример, да, как у нас ремонтируют. Вот. Вот лестница новая, а уже все раздолбано. И поэтому, как только все квартиры будут распроданы, будет запущен лифт, чтобы его раньше времени не убили. Ну и, конечно же, будут доделаны коридоры. Плюс, опять же, здесь продается сейчас коммерция. Я думаю, что либо магазин «Пятерочка», либо магазин «Магнит» здесь появится. Потому что вокруг много у нас домиков, да, именно многоквартирных. Что касается данного жилого комплекса, это, конечно же, квартирник в первую очередь. Во вторую очередь это сданный квартирник по всем документам. Ну и третий, я считаю, что он у нас относительно безопасный, относительно других объектов. Поэтому я думаю, что здесь покупка в целом безопасна. Здесь у меня прошло либо одна сделка, либо две сделки, я уже не помню. И, как бы, вы знаете мое отношение к Адлеру, я лишний раз стараюсь лучше отсюда, ну, везти. Мы сегодня приехали с Надей посмотреть, да, вот эти объекты. И Надя говорит: блин, мы проехали через этот старый фонд. Она говорит: это здесь жестокий, лютый депресняк, поэтому, говорит, я бы точно здесь не хотела бы жить. И самое печальное, что ей даже «Триумф» тоже не понравился. Тоже мы сейчас с ней катаемся, смотрим, и «Триумф» тоже не зашел ей. Ну, хотя, кажется, у нее «Триумф» идеальный вариант. Она говорит: лучше я буду жить на транспортной, чем вот в этом районе. Ну, не знаю, понимаете, для всех районов они разные.
Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Давайте покажу домик снаружи. Снаружи, кстати, он неплохо выглядит на фоне всех остальных. Ну, реально хорошо выглядит. Еще лучше выглядит Надя, которая сидит в машине. Ну и вот, ребят, вот такой вот домик у нас. Да, много всевозможных продаж, перепродаж. Потому что многие сюда инвестировали, многие здесь зарабатывают. Притом это были безопасные инвестиции. И теперь есть возможность приобрести. Да, видите, один из минусов дизеля. После заправки всегда все видно. Поэтому, в целом, посмотрите, да, здесь тихо, спокойно. Да, здесь вокруг такой спальный район. Стоят девятиэтажки, пятиэтажки. Да, конечно, такие страшные есть пятиэтажки. Просто очень страшные. Есть и красивые домики. Ну и, конечно же, вот в этом сейчас коммерция продается. Я думаю, как коммерция найдет своего счастливого покупателя. И все эти дома, вот эти все дома, да, вот они, смотрите, ребят, все будут ходить сюда. Парковки пока хватает, подземный паркинг пока в продаже не открывался. Но я думаю, что парковки будет хватать. Единственное, что надо какие-то сделать отбойники, потому что ночью можно по зоопарке и нырнуть, да, как-нибудь, в общем, по дурости. Надо какие-то отбойники сделать. В любом случае, этот объект, я считаю, безопасным. Если кому-то нужен Адлер или маленький бюджет, если у вас нету по 250 тысяч рублей за квадрат платить, по 200 тысяч, то и в пределах 100 тысяч, то я рекомендую присмотреться к этому объекту. Теперь пока.